и она оказалась очень знакомой. Ah!
Thank you.
Когда Кратос покинул храм, он был атакован армией Морфея. И снова он услышал преследующую его мелодию. На этот раз он узнал ее. Это была песня его дочери Каллиопы. Каллиопа? Дочь моя, где ты? Каллиопа! Освободив огненных коней, Кратос оказался во власти животных. И куда они вели его, он не знал.
поскольку кони тащили Кратоса подальше от хватки Морфея. Они пересекли преисподнюю, но в мире мертвых они не могли больше передвигаться. Этим существам света не были рады в преисподней. Кратос оказался на самом краю преисподней, земле, где не ступала нога смертного. Здесь души умерших обретают свой путь. Кратос знал, что для него это было лишь начало. Thank you.
Yeah!